Добрый день, дорогие друзья. Вы, наверное, меня узнали. Майран Остердаль. Тот самый, который на взрослом идеальном Евровидении пил айран с Ролтоном. Это вы, наверное, помните, как такое можно забыть. Это травма на всю жизнь у всех. Мы сейчас находимся за кулисами сцены идеального детского Евровидения. Той самой сцены, которую вы видели на протяжении всех выступлений. И я вам сделаю мини-экскурсию. Мы покажем, что да как тут работает. Вам все понравится. Я надеюсь, вы это поняли. Отлично. Отправляемся. Сейчас мы находимся, ребят, в стресс-руме. Это называется стресс-рум. Почему именно стресс-рум? Потому что здесь участники стрессуют и готовятся выйти на сцену. Как вы видите, здесь находятся микрофоны, фотографии Юста Клайна, да, ведущего нашего конкурса, это, в принципе, понятно. Собачки, это его питомец, разумеется. То самое место, где все артисты встают и готовятся выйти на сцену, но до этого стресс-рума есть еще гримерка. Пойдемте за мной, я вам все покажу. Здесь находится гримерка, где у нас переодеваются. Здесь, именно здесь снимают сливы всех артистов детского Евровидения. Извиняюсь. Да, здесь, в принципе, все могут переодеться, раздеться, и не только. Как вы видите, тут тусовались абсолютно каждые участники нашего конкурса, начиная от Армении, заканчивая Грузией. А мы идем дальше. Вот такой у нас гримерочный отдел, скажем так. Вот такой у нас стресс-рум, как мы показали. Вы можете показать также плакаты, которые здесь у нас имеются. Реклама воды — это нам заплатила просто обычная компания Кола. Мы отправляемся. Отсюда выход на сцену. Это секретный проход, черная дверь. Пошлите. Это самое интересное. Это тот самый, та самая арена, тот самый зал, где снимали все выступления. Вы видите, как работает белый свет. Участники выходили на сцену отсюда. Тут же снимался и флаг-парад. И вот та самая сцена. Я нахожусь здесь, там, где пели все 17 стран. А мы идем дальше. Тут вы видите места, где сидели зрители. На самом деле они были пусты, потому что мы так и не смогли распродать все билеты. Но ничего страшного, у нас сидели манекены. Поднимаемся дальше. Тут у нас имеется очень интересный раздел, куда лезут все танцоры, вся массовка и даже участники. Начиная от Армении, заканчивая Грузией. Если потыкать здесь, вы не представляете, что будет. Посмотрите просто на сцену. Я начну тыкать на рандомные гифки. Экраны я начну работать. Видите, это Сан-Марино. Это Эстония. Это еще какая-то страна. Нам не обязательно их всех помнить. Также у нас работает пол. А мы немножко еще пошарим и включим даже дым. Видите, как это работает? Видите, как это работает? Ну, неинтересно ли это разве? И отсюда наши дорогие организаторы, особенно Даня, он здесь сидел и включал всем свет, управлял камерами. Следил, чтобы все было хорошо у вас, у зрителей. Вот так вот. Это, если что, Даня. Да, мы одеты вот одинаково. Мы надеемся, вам понравилась наша экскурсия. А мы продолжаем наше шоу. Скоро узнаем результаты. Погнали!